не могу пройти мимо этого, видимо, решила вам отправить. Одна моя знакомая создала небольшую группу Телеграмма и начала туда копировать ссылки для себя и знакомых в новому садово-огородническому сезону. И про помидоры, и про абрикосы. В общем, все, что думает, будет... полезно. А я тоже не могу молчать. Написал мое мнение, то есть ваше. Что от вас уже за годы знаю и слушаю, глядя на ваш сад. Вот видите. И вот решила одну из ссылок скинуть вам. Это про обрезку с первого слова ролика, какая она полезна для абрикоса. Может, вам эта лекция пригодится. Вот она лекция. Дальше. А я сейчас поищу вашу лекцию на YouTube про обрезку и тоже отправлю ссылку в группу. Глядишь, удастся сохранить хоть несколько деревьев на планете. Елена, я бы вас расцеловал, честное слово. Ну, вот далеко вы, жаль. Так. Смотрим, если я эту ссылку открою, у нас начнутся с Антоном Валерьевичем проблемы технические. Открыть не могу. Я сделал несколько фотографий с экрана. И, если помните, я однажды одну фотографию показывал, почти матом крыл. И ведь не случайно же человек, который можно назвать Елену моей ученицей, эту же самую ссылку, которую мне кто-то прислал полгода назад, прислал по новой. Это лишний повод поговорить. Итак, мой земляк, Херсон, Херсонская область. Так, прекрасное абрикосовое молодое дерево. Знаете, когда я смотрел, это надо фильм, вот этот самый, потом уж как-то скопировать, увидите. Я не могу, испорчу передачу. Вот, и что вы видите, с какими рожами смотрели ученики его. Боже мой! Это он на их глазах уничтожал, общий сорт уничтожил процентов 90, вы не поверите. Смотрите, начало, середина, видели? Вы это видели? А? А еще не все. Вот теперь все. Не, он еще дальше резал. Его еще спрашивали, а вот эту веточку, а эту, он тут же их отрезал. Вот это вот. Здесь уничтожено все, что можно, все, что в голову взбрело. Он ссылался на некий закон и тут же расшифровал, ветки растут внутрь, ветки растут вниз. Ну, вы знаете, это уже как для детей дьявола, это как уже это. Я его не могу щадить. Он, у него 250 просмотров. Вы скажете, как мало? И у меня, вот вы посмотрите, будет сегодня к утру 250. Повторяю, 250 тысяч. 250 тысяч просмотров. Вы бы видели на эти рожи, которые тут же ему бы... Если бы я там был бы, я бы ему морду бы плюнул. Вот. Просто морду бы плюнул. Вот за это вот. Он живет... Исправляющая обрезка. Это он исправил дерево. Вы знаете, дерево-то было, оказывается, неполноценное. 250 тысяч просмотров. Представляете? Вот в таком мире мы живем. А, Михаил Михайлович. Ну ладно, это с Украиной он это самое. Но он же мой земляк. Мне стыдно за него. Он же... Даже для Украины это... Там еще ниже тоже обрезано потом было. Вот. Вы понимаете, к чему мы идем-то? У нас и так ни хрена деревьев в России нет. А такие, Лена, как вы, пока единицы.